Бросаются вдогонку. Но это небольшое утешение для напуганных пассажирок. В момент вы даже четко слышите голос подозреваемого. Набирает скорость. Молодым женщинам удается покинуть машину. Отопри свою дверь! Давай, выпрыгивай! Через несколько минут патрульные догоняют угнанную «Хонду», которая объезжает пробки. Парень все еще представляет угрозу для всех. Его блокировать парень решает поехать по встречной полосе. Он на противоположной стороне дороги. Офицеры могут только надеяться избежать лобового столкновения, пока держатся рядом с подозреваемым. В этот момент «Хонда» переезжает разделительную полосу. Потом преступник резко сворачивает налево. Надеется ускользнуть, продираясь между патрульными машинами. Это было ошибкой. Другие офицеры видят столкновение и жмут на тормоза. Подозреваемый пытается бежать, но полицейский... Кентон – родина многих известных профессиональных футболистов, и подозреваемый едет на поле. Спустя 10 минут виражей и поворотов мужчина решается... Он увеличивает скорость на съезде с шоссе, когда загорается красный свет. Это большая ошибка. Пикап получает боковой удар. Удивительно, но у водителя совсем не серьезные повреждения. Офицер Рид заполняет бумаги после проверки грузовика, но виски заставляет его выписывать восьмерки посередине шоссе. Фокус из двери. Руки с руля. Объезжает, останавливается, трогается, дает советы другим водителям. И все это подготовка к главному действию. И вот это. Вы видите это своими глазами. Посреди шоссе подозреваемый выскакивает и дразнит полицию. Он делает даже больше. Начинает изображать Майкла Джексона. Копировать его движения. Но полицейские не собираются танцевать под его дудку. Зато он себе издевается над полицейскими, а затем вы рады приступить к работе. Это идеальный маневр, и подозреваемый останавливается. Но у него еще осталось время поиграть. Пока он убегает под дулом пистолета, он выбрасывает пару пакетов улик и перепрыгивает через стену. Офицеры догоняют его и хватают. В результате этой погони никто не пострадал. Подозреваемого задерживают за хранение наркотиков. Этот подозреваемый Фармингтон Хиллс, штат Мичиган, временно лишен лицензии. Если встречная полоса, обочина. Он чуть не столкнулся с грузовиком. По тротуару. После таких фокусов офицер головной машины тормозит, и вот тот же офицер выезжает слева, пытаясь блокировать подозреваемого. Это вид со второй камеры. Вдобавок ко всему пикап срезает углы и чуть не таранит офицера. Вторая машина присоединяется к подозреваемой, выпрыгивает и бежит. Но не очень быстро. Патрульная машина прижимает его к джипу. Вот как это выглядит вблизи. Полицейские окружают подозреваемого и опрокидывают его на землю. Его пассажирку тоже арестовывают, когда она ввязывается в драку. Мужчину, который не умеет ездить, обвинят в бег с машины, попадают на подтаявший снег. Маневр срабатывает. Офицер выполняет его одни бампер. Подозреваемый не может удержаться. Он перелетает через полосу и переворачивается в кювет. Повезло. Он не сильно пострадал. Врачи вытащили его из-под обломков. У него легкие травмы. Его обвинят в вождении в нетрезвом виде. И бесен, и ему нечего терять. И он намерен это доказать. Потому что полицейские блокировали выезд.
Подозреваемому некуда бежать. Он все ставит на карту, он врезается в забор и толкает машину назад. Но этого недостаточно. Офицер покидает машину до того, как уже несколько вооруженных полицейских. Подозреваемого вытаскивают из машины. Правая рука у него в крови. В ходе погони его ранили в руку. Я вам ничего не делаю. Освободите руку. Хорошо. Почему вы так со мной обращаетесь? Я хочу, чтобы вы оставались на месте. В этот момент подозреваемый заводит мотор. Нет. Офицер зовет на помощь и спешит к офицеру. Я была в кювете. И еще вы ударили рефрижератор. Рефрижератор? Вы хорошо слышали, а она нет. Этот рефрижератор не должен был стоять на обочине, офицер. Это нормально, что он стоял на обочине. Это вам не надо было съезжать на обочину. У женщины тоже есть вопросы. Почему вы не проверяете мою сумочку? Пока мне не надо проверять вашу сумочку. Мне она не нужна. Прошу вас положить ее. А откуда вы знаете, что у меня нет наркотиков? А у вас они есть? А может быть, я продаю кокаин? Правда? Нет. Теперь она сама проводит тест на трезвость. Вы не могли бы встать? Я могу это сделать. Могу, что еще? Мэм, вы не могли бы встать? Что вы хотите? Теперь у офицера есть несколько вопросов. Вы диабетик или эпилептик? Нет. Вы принимаете инсулин? Нет, я тренирую лошадей. У вас есть проблемы с равновесием в нормальном состоянии? Вы упали без причины? Нет, но мне это понравилось. Вы готовы пройти тест на трезвость? Да. Пора приступать к работе. Держите голову прямо и следите за моим пальцем, хорошо? Мэм, смотрите на мой палец. На палец? Хорошо. Я это и делаю. Мэм, я сказал вам опустить руки вниз. Закройте глаза. Подойдите сюда. Я хочу видеть ваше лицо. Повернитесь к моей машине. Мэм, прекратите. Результат предсказуем. Если бы не этот проклятый рефрижератор. Рефрижератор? Вы пили? Нет. Вы ничего не пили? Это явно стоит повторить. Подросток. Скоро и мать, и рембегстве. Но это дата Аризона. Вы видите обломки после страшной аварии, которая произошла в мгновение. Только что закончил выписывать штраф, когда камера зафиксировала страшную аварию на заднем плане. Черный джип выезжает из-за поворота. Но чем больше рядом с ним машин, тем больше вероятность того, что все закончится печально. Через несколько кварталов эта вероятность увеличивается. Становится ясно, что здесь нужны врачи, а не полицейские. Нам понадобятся спасатели. Водителем за ним падает подозреваемый. Менеджер магазина по эвицию. Вскоре приезжают полицейские и врачи и увозят подозреваемого. Он очнулся чуть из ада. Но подозреваемый так легко не отделается. Его обвинят в вождении в нетрезвом виде и превышении скорости в два раза. Он получит несколько лет тюрьмы за то, что спровоцировал эту аварию. Но по сравнению с тем, что могло бы произойти, это чепуха. Но офицер удивленно смотрит на женщину, которая спокойно выходит из горящего мини-фургона. И оказывается, не ей одной повезло. И подозреваемый, и мужчина, с которым он столкнулся, отделались легкими травмами. Можно сказать, они...
Группа спецназа подбегает и бросает в отверстие светошумовые гранаты, рассчитывая шокировать подозреваемого. Они заходят в магазин. Следите за линией огня. Подозреваемому негде спрятаться, и он... Ползите! Офицер подозреваемого. У него серьезное ранение плеча, но он активен, и на него надевают наручники. Наденьте на него наручники. Его у 12-часового противостояния никто не погиб. Заложница даже не ранена. Вы увидите, как офицер делает это. Подозреваемый сворачивает, чтобы объехать шипы, и теряет управление. Он врезается в две припаркованные машины, раскручивается и останавливается. И приказывают мужчине выйти. Он отказывается подчиниться. Приходится убеждать его покинуть машину. Подозреваемого несколько раз толкают в спину. Но не это должно его беспокоить. А то, что его оберка на дороге в Ван-Бьюрене, штат Арканзас. Джип постоянно перестраивается. И офицер хочет проверить, не пьян ли водитель. Но водитель не дает возможности это выяснить и уезжает. Офицер быстро узнает, почему парень скрывается. Проверка показывает, что джип был назад. Полицейский считает, что пора положить ленту. Вы сможете положить ленту с шипами? Водитель едет в сторону города. А вот удивительный ход. Похоже, мужчина собирается признать ничью. Он останавливается у полицейского участка. Но, может быть, и нет. Или он не умеет парковаться, или издевается над офицерами. Он переезжает через бордюры, через газон и останавливается перед участком. После небольшой паузы погоня продолжается. Мы снова едем. Когда чё безопасно. Офицер решает остановиться перед машиной и притормозить этого парня. Но подозреваемый не дает себя блокировать. Впереди, на пограничном шоссе, он решает съехать с дороги. Преследование продолжается. Водитель едет по направлению к каналу, полному воды. Джип заносит, и он виляет по полю то влево, то вправо. Потом он перестает вилять и едет прямо в канал. Для большинства из нас приключений на одну ночь было бы достаточно. Но только не для этого парня. Это он пытается выехать. Но это непростая задача, когда машина на метр под водой. Вылезай из воды! Вылезай немедленно! Промокший и уставший подозреваемый через минуту взят под стражу. Ему дают комплект сухой одежды. 50 километров в час. Темнеет. Погоня продолжается уже полтора часа. Офицер выталкивает нарушителя на разделительную полосу и блокирует его. Оба подозреваемых бегут, но их задерживают прохожие у ближайшего торгового центра. Полицейские говорят, что несовершеннолетнего нарушителя обвинят в угоне машины и многочисленных нарушениях. Останавливает пикап за скорость 150 км в час в окрестностях Сольфур-Спрингс, штат Техас. Пожалуйста, подойдите к багажнику своей машины. Линия, повернитесь. Уберите руки за спину. Ну все. Наконец, от слов пора переходить к делу. Вы арестованы, повернитесь. Подозреваемый внезапно отталкивает сержанта Уильямса и бежит к своему пикапу. Офицер хочет применить перцовый аэрозоль, но водитель и его сестра уезжают. Офицер начинает репление. Другой офицер возглавляет погоню. И мы видим, как это происходит. Похоже, что погоня на машине превратится в погоню бегом. Он готовится выпрыгнуть. Он едет медленно, но явно лёс. Без сцепления
и без головы. Если он хочет сбежать, ему нужно убираться с дороги. Но он съезжает на разделительную полосу, вылетает на поле. Водитель убегает, а его сестра благоразумно остается на месте. Полицейские подбегают к машине. Подозреваемого валят на землю, где он еще получает порцию перцового аэрозоля. В это время его сестру выводят из пикапа. В результате мужчину обвинят в преступном бегстве и нападении на офицера полиции. Но для него есть и хорошие новости. Через несколько часов он стал...